Борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, ликвидация мест стихийной торговли и дежурство на блокпостах. В этом году, говорят полицейские, количество преступлений уменьшилось. Первое в антирейтинге – мошенничество. Несмотря на то, что мы проводим определенные мероприятия, мы размещаем информацию на всех сайтах, в газетах, но все равно наши граждане попадаются на крючок и добровольно расстаются со своими деньгами. Львиная доля правонарушений – кражи в многоэтажках. Чтобы снизить риски, в Мариуполе внедрили проект «Безопасный дом» с камерами видеонаблюдения. На цей час уже 52 видеокамеры безпосередньо на будинках та прибудинкових територіях вже розміщено за рахунок представників ОСББ. Музыкальные фестивали, футбольные матчи и народные гуляния. В течение всего года полицейские дежурили в усиленном режиме. Не нарушать закон горожан просят и в преддверии новогодних праздников. Керування транспортних засобів в стані сп'яніння. Це ви наводите на безпеку як себе, так і других учасників дорожнього руху. Полицейские напоминают, изготовление, продажа и использование пиротехники в Мариуполе запрещены. В противном случае штраф от 500 до 1500 гривен. Татьяна Писарева, Алексей Клименко. Информационная программа «Зеркало».